Приветствую вас. Вы знаете, вы немножко сами себе противоречите в своем вопросе, когда пишете, что панических атак как таковых нет, но при этом спрашиваете, а не является ли то, что вот у вас, да, паническими атаками. Тут мне кажется, что это такая довольно, довольно такая лукавая позиция, знаете, в том смысле, что я вроде бы скажу, что у меня не панические атаки, вроде как, скажу, что у меня не панические атаки. Но в то же время я как бы спрошу все-таки, а вдруг, мало ли, вдруг это все-таки панические атаки, понимаете? То есть это вот такой момент, мне кажется, что не нужно здесь лукавить, да, не нужно здесь пытаться какие-то вещи выяснить обходным путем. Если вы испытываете напряжение, если вам прям вот тяжело, трудно, болезненно, если вы испытываете дискомфорт, вот, то да, скорее всего, это, скорее всего, это действительно панические атаки, и как бы, просто они, может быть, менее явно проявляются, да, но это вот все равно как бы такое следствие панических атак. Может быть, просто не до конца, да, у вас это как бы прошло, да, вот, потому что не очень понятно, что вы делали, вот, понимаете, так что это такой момент. А следующий момент касается того, что мы все-таки психологи, да, вот, психологи, в общем, не гадают, вот. Психологи работают с проблемами людей, вот, и очень важно, чтобы вы этот момент для себя постарались уяснить, вот. То есть мы не лечим, потому что изначально предполагается, что вы не больны, и обращаясь к нам, вы также позиционируете себя как не больного человека. Либо вы имеете, допустим, прямую рекомендацию, да, значит, вашего лечащего врача на психотерапию, вот. Это вот то, что я могу вам сказать. То есть это вот именно такой аспект, на мой взгляд. Вот, значит, что можно добавить?
ну, значит, добавить можно только то, что это следствие панических атак, так или иначе, и то, что раньше вызывало эти самые панические атаки, да, ну, сейчас, допустим, сейчас, вызывает вот, собственно, такую реакцию, такое поведение. То здесь необходимо исследовать данный момент, да, необходимо работать с ним для того, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, что происходит с вами, Екатерина, Екатерина. Потому что вот так, опираясь только на то, что вы сказали, не понимаю, что с вами происходит, я думаю, это сказать нельзя точно, но совершенно очевидно, что все абсолютно корректируется, все абсолютно можно исправить, было бы на это ваше желание. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Вот, в принципе, такой ответ. Надеюсь, что он был полезен для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!